25 июня 2021 года я приехал к папе. Вот. Он начал с персика. Вот персик. Вот. И потом я буду давать ему борща. Вот. Попросил воды, как обычно. Всегда водички хочет. Уже один кап выпил. Вот, это я второй налил уже. Вот. Так, будем продолжать движение. Правда, сегодня у меня еще котлеты есть. Вот, вчера соседка приготовила. Вот, ее зовут Маша Машковский. Это по-дружески я ее так называю. Вот, Машковский мне приготовила котлеты для батьки. Вот, так вот. Ну что, поехали дальше снимать. Отказался, немножко поел этого персика. Отказывается от всего и тяжело дышит. Вот. Я попросил ее, чтобы она померила oxygen level, то есть уровень кислорода. У нее вообще ничего не работает. Пошла за другим этим аппаратом. Этот аппарат, говорит, ничего не показывает, не знаю. Вот. Что-то он сегодня вообще плохой. Ничего не хочет. Медсестра говорила вчера, что поел весь breakfast, а сегодня вот... Вчера он и ланч поел у меня, неплохо поел, а сегодня вот, вот такой вот у нас папа. Ой, боже мой. Короче, вот такая вот ерунда получилась. Вот это все, что он съел, пол персика и все. Ни борща, ни котлет, ни мяса, ничего не захотел. Воды напился и все. Я выключил свет, он сейчас вот спит, заснул. Не знаю, что делать. Наверное, я чуть-чуть попозже потом позвоню, узнаю, как дела. Ну, вчера зато хорошо себя вел. Вот, покушал хорошо и так далее. Вот. Сегодня что-то случилось, не знаю. Померили кислород, кислород нормальный, сахар нормальный. Вчера хороший, хорошо по-большому в туалет сходил. Вот. Ну, не знаю. Позвоню сюда попозже сегодня. А сейчас мне уже... Надо идти, потому что долго сидеть здесь не разрешают. Ну все, пока. На сегодня все. Так, ну вот я приехал домой от отца сегодня. Вот, и уже на выходе мне сестра, медсестра сказала, что мол, он чуть-чуть сегодня с утра поел завтрак. Из-за этого, скорее всего, и не захотел мой обед кушать. Это, скорее всего, обычно так получается. Если вдруг он покушает с утра хоть чуть-чуть, то уже все, его не соблазнишь ничем. Даже персики тут не помог. Вот. А теперь второе. Друзья, вот я такой же, понимаете, и вы такие. Пока вот не разжуешь и в рот не положишь, смотреть не будете. Вот. Как только отсылаю текст-месседж с этим ссылочкой на просмотр, тогда вы еще смотрите. Вот. А так сами, чтобы нажать Александр Максимишин или там отослать эти самые какие-нибудь комментарии на номер телефона, не сделаете. Ну, в принципе, и я тоже такой. Но все равно спасибо, что смотрите. Может, как-то кто-то чем-то посоветует и так далее. Вот. Я за это очень буду признателен, потому что я сам иногда вроде кажется кое-что знаю, а на самом деле кто-то что-то подскажет, опаньки, и все, понимаете? Или даже какой-то рецепт, какой-то кухнич, кто-то что-то подскажет, все равно приятно, понимаете? Ну что, и на этом все сегодня. Вот. Всего хорошего.